Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в новенькую сказочную игрульку под названием Daydream, что в переводе «мечта», а снизу маленькими буковками прописано «забытая печаль». Ночь, полнолуние и слабый ветерок, обдувающий деревья, сбивая листву. Мимо пролетала стрекоза, у которой светились крылышки. Она подлетела к окну и увидела маленького мальчика, угнетенного, в страхе сидящего на полу заброшенного здания. Какая противная, глинистая, костлявая рука. Плюшевый медведь нас спас. Теперь он будет нашим друганом. Ну, по всей видимости, нам нужно бежать. Если мы туда побежим... нет, туда мы не побежим. Все логично. Убегаем по комнате из плиток обсыпающихся. А можно ускориться? Можно ускориться? Ой, близко, очень близко, 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 близко. Медведь, нет, нет, Мишу я не отдам. Миша, мое все. За дверь, срочно за дверь. Открывай, выбегай, закрывай. Давай, Миша, помогай чем-нибудь. Михаил! Миханыч! Красавчик. У него такой чубчик забавный на башке, у Мишки этого. Игра напоминает по графике и вообще по стилистике мальчика в дождевике. В желтом дождевике. Думаю, все поняли, про какую игру я говорю. Поднимаемся выше, медведь указывает нам путь. По всей видимости, он знает это здание. Как я здесь очутился, вообще, чем мы здесь забыли, без понятия. Возможно, мы в своих снах, возможно, мечтах. Удерживайте, чтобы поднять. Бирли, тебя Бирли зовут? Бирли, иди сюда. Бирли, Ширли, Мирли. Чтобы кинуть. Медведь, я тебя кидаю. Класс. Я тебя еще кидать могу. Ну, в принципе, он плюшевый, мягкий и легкий. Почему бы и нет? Будет нас выручать. Стой, подожди, а мы можем где-то что-то... Иди сюда. Я тебя могу закинуть, например, в вазу скинуть. Ты сможешь это сделать? Нет. Медведь туповат, и он не умеет читать наши мысли. Ой, куда ты ее упал? Фу, что это за жижа? Если по ней пробежаться, понюхать ее. На нефть похоже, но, скорее всего, это жижа... Как бы это сказать? Злыдня. Жижа злыдня, давай так ее назовем. Нам нужно что-то, что поможет нам взобраться к красной ленточке. Скорее всего, это будет тележка. Миша, отойди, пожалуйста. Миша, не иди вместе с тележкой. Бирли, ты мне мешаешься. Запрыгиваем. А, ты-то не можешь, коротыш. Сейчас, подожди. Да, извини меня, пожалуйста. Я тоже немножечко туплю. Я еще маленький, не соображаю, что ты не допрыгнешь туда. Швыряю его, как набитый мешок с мусором. Я слышу крыс. Надеюсь, я не боюсь их. Ужас какой. Ты хочешь отобрать у него? Хе-хе-хе. Медведь-то не... Ничего себе. Медведь-то не лыком шит. Сыр, давай возьмем. Он нам пригодится, может, где-нибудь? Ну или давай попинаем, чё бы нет. Пинаем сыр. О, они это отработали, анимацию, что мальчик упирается в прозрачную стенку. Прикольно. Это классно. Куда это мы упали? Мы открываем глаза, все двоится. Видим фуражку. Воспоминания или мы пытаемся проснуться? Скорее всего, мы пытаемся проснуться.
Так, подожди. Тут мы точно не залезем. Скорее всего, нам нужно падать сюда. А, мы уже как бы переместились. Это уже другая часть. Другая шахта. Поезд. Миш, ты куда зашел? Выходи из шалашика. Для поднятия предмета. Благодарю, Михаил. Вот он и надел фуражку. Ты будешь нашим проводником? Поставили недостающую рельсу. И нам сейчас остается только запустить поезд, который где-то в этом ящике. Миш, давай, заходи в ящик и выезжай оттуда. Или поезд где-то лежит, надо его найти. Стоять. Поезд где-то. В розетку надо включить все это дело. О, точно. Юху, поезд поехал, Михаил, садись. Забавно. Михаил машинист. А если я встану? Ты меня переедешь, если я на рельсы встану? Вот прям. А, мои ноги. Мы уезжаем. О, я прям с ним еду. Че, мне выходить нужно? Ну, блин, я только расслабился. Надо пустить рельсу. Ну, давай, толкай ее. Все, стой, я с тобой поеду. Поехали. Мне так как-то безопаснее, что ли. Поезд уехал вниз. Ну, елки-палки. Еще вагончик есть, мы можем его, в принципе, поставить. Или не можем. Хорошо, видимо, нам нужно сюда теперь идти. Знакомая комната. Что-то где-то я уже, похоже, видел. Что нам тут делать нужно? Ты слышал этот звук? Это ты лошадку дернул, и она... Хочешь покачаться на лошадке? Я вот не хочу. Берли, иди сюда. Берли Михаил. Берли — это твоя фамилия, короче, будет. Берли. Берлич. Михаил Берличевич. Не, это уже отчество получается. Что, кидаем тебя? Для команды Берли. А, мы еще им командовать. Двигайте для выбора команд. Окей. Значит, нам нужно вот это вот, чтобы ты скинул. Давай. Молочек. Хороший Михаил Берлевич. Ладно, пускай Берлевич — это будет твое отчество. Еще одна комната. О, там женщина стоит. Миш, ты там аккуратно. Она шевелится. Значит, она живая. То есть там настоящая женщина. Но я бы не сказал, что это женщина. Она зомби похожа. Да ну нафиг, никого не оказалось. Вот это шутки. Шуточки. Можно и обосраться так. Ночью. Одинешеньки в этой комнате странной, мрачной. Михаил, а ты куда делся? По всей видимости, нам туда куда-то надо. А что означает дерево вот с этими светлячками? Здесь нету больше никаких светлячков. Может, что-то куда-то поставить нужно? На кровати им попрыгать попробуем, давай. Прежде чем отсюда уходить. Нет, не прыгает. Я только слышу скрипучую дверь. Очень ужасно. Скрипит. Прям как по всем канонам ужастиков. Запрыгиваем. И, видимо, нам туда, куда и Михаил Берлевич убежал. Let's go. Ой. Все падает. Если что, это не я. Мишаня. Это тоже скидываем, мешает нам. Хотя... Нет, надо скинуть все-таки. Я тут. Так высоко и сам забрался. Даже закидывать не надо было. Странно, что Михаил Берлевич не издает никаких звуков, так же, как и мальчик. Очень странно. Вах! Куда я упал? Я разбился? Мать моя женщина. Так, я полагаю, что мне нужно куда-то сюда прыгать. Да, точно, действительно. А я-то думаю, что это я сквозь вот этот шкаф пролетел и убился о пол. Как мне дальше быть? Мне куда-то спрыгнуть нужно? Скорее всего, вот по этим штучкам мы вниз сейчас ползем.
фонарь горит. Тут больше нас ничего не держит, мы бежим сюда. Красная лампочка, что нам делать дальше? Михаил, бежим. Опаньки. Я и не знал, что пар может нас так обжечь. По всей видимости, мы сварились. Пацан просыпается в углу, сидя и ноя. Отлично. То есть каждый раз, когда мы вздыхаем, мы где-то в углу ноем. Что делать будем? Прыгать, наверное. Или может тут как-то по-другому проходить? Ящик наверху вижу. Вижу наверху вон ящик. Скорее всего, его нужно скинуть как-то. Медведь! Я понял. Иди сюда. Ну-ка. Там красная ленточка, это значит, тебя надо закинуть сюда. А он туда и не кидается почему-то. А, я залезть могу? Ну, допустим. Медведя хотел сюда кинуть. Оп. Вентиль тут. Давай, пацан, перекрывай эту парилку. Хорош. Нет, так не прыгай. Ох, как нас пронесло. Я думал, сейчас убьюсь с высоты этой. Михалыч, let's go. Сохраненочка. Снова нефть эта, смотри, с труб капает. Капает жижа. Жижа злыдня. Оу-оу. Снова эта рука. Капец, она длинная. Миша, что делать? Что делать, блин? Михаил, давай, поднимай меня. Давай, вот, нажму. Меня рука скала, Миша, ну что ты? Миша в горе просто сейчас там убивается где-то. Ладно, Михалыч, пошли. В этот раз мы будем мудрее, умнее, быстрее. Может, на скорости просто на спринтах пробежать? Не успел, прикинь. У меня, кстати, разные носки. Зато я вот этот момент заметил сейчас. О чем это говорит? О том, что пацан неряха. О, теперь другую кнопку жать надо. Бежим! Миха! Миха, хватит там ныть! Ужас какой. Михалыч там вообще расстроился. Думая, что меня опять схватят, и все. За ручку потянуть? Ой, бочки! Я думал, сейчас на башку мне и расплющит. Но ничего, я справился. На трубы сможем запрыгнуть? Не. Михаил, ты сюда пролезешь? Молодчик. Паркурщик от бога. Плюшевый. Как-то все это на замок похоже. Вроде бы были в квартире, а уже и в замке. Или это подвальное помещение такое? Смотри, есть вот такая штука. Сейчас мы ее... Есть вот что, люк. Люк, я твой сын. Миш, беги сюда, наверное. Давай, вперед. Он пробежал. И надо дать ему команду там дернуть, видимо. Дергай! А я здесь дерну. И что мы с этого поймем? Получится мостик. Но как мне бежать, если я сейчас отпущу это все дело и просто... В принципе, получилось. Все вышло. Что это тут за женщина такая? Кручу-верчу, лицо твое восстановить хочу. А, если я отпускаю рубильник этот, то все. Миха, там рубильник у него в руках, иди. Вперед, Михаил. Давай, беги. А, ты хочешь? Ну, в принципе, можешь. Я что-то застрял. Миша. Давай еще разок. Я, короче, кручу, а ты идешь. А, все, я понял. Он не может, он не достанет попросту. Ладно, тогда давай ты крути вот эту вот штуку. Крути. Я пойду возьму. Опля.
Что, через ноги? Ну, давай. А, через ножку сейчас зайдем. Вот. Еще и руки не держат, да? У тебя немощные какие-то. Дрявы. Впихиваем все это дело сюда. Вот. И тоже крутим. Показала личико свое, красавица. А это проход. Это нам на руку. Пойдем, Михаил. Мы наконец-то выбрались. Нифига себе, как мы высоко. Только что были в подвале и уже где-то в небесах. Даже выше небес. Что мы тут имеем? Миш, тут явно нужно... Я никогда не думал, что киты умеют летать. Но, по всей видимости... Ой! В этой игре может такое быть. Миш, давай-ка ты вон ту тряпочку сможешь потянуть? Ага. А я вот это вот попробую потянуть. А как это потянуть? Вот. И сейчас эта защелочка защелкнется, да? А, что-то не защелкнулось. А, Миша, Миша, отпусти. Все, получилось? А, нет, теперь Миш, давай еще разочек. И вот она сейчас, да. Ну, а теперь все получилось. Бежим. Бежим сюда. Миш, хватит смотреть вниз. Это может плохо закончиться. Прыжок. Ух ты, елки-палки. Что нам тут предстоит преодолеть? Какого препятствия? Они, мне кажется, что я не допрыгну. Миш, Миш, иди сюда. Дай я тебя возьму. Мне что-то... Я сейчас на тебе проверю, долетишь ты туда или нет. Миш-то долетел. И значит, я долечу. Мы, получается, на каком-то летающем замке, что ли? Теперь мы на земле? Это как... Мы двигаемся, да? Или мне кажется... Нет, мы не двигаемся. Странно как-то. То мы были в воздухе, то теперь мы на суше. Там вода вот прям перед нами. Ну ладно, допустим. Миша смотрит. Тебя туда закинуть? Миш. Давай я тебя туда кину. А может мы в дверь войдем? Подожди. Дверь открывается? Нет, не открывается. Хорошо, есть идейка закинуть тебя вот сюда. Что-то у меня с рук-то слез. Иди, иди. Вот тут как раз для тебя красная штучка есть. Платочек. Твой любимый. Не долетывает туда что-то. Что ты туда не долетываешь? Может мне запрыгнуть? Во! Миш, ну-ка... А, мне... я понял. Значит, давай я тебя туда наверх сейчас закину. Ага. Вот как надо было. Теперь мы просим его к ящику. Давай, Миша, верю в тебя. Михаил Бирлевич, молодчик. Мы что-то разбили там. Слазим. Там бутылка есть. При помощи бутылки мы сейчас похулиганим и разобьем окно. А может, в этой бутылке очень старинный ром? А мы что делаем? Ужас какой. Надеюсь, бутылка не разбилась. Хотя бы понюхать. Ты там что-нибудь сделаешь? Откроешь двери? Миш, поаккуратнее, пожалуйста, там. Ты мне нужен живой. Миш, ты меня слышишь, Бирлевич? О, спасибо. А что ты тут отодвигал? Бочки же он не мог двигать, это слишком огромная штука для него. Ну да, слушай, там вон вода прям. Наверное, мы на летающем острове. Я думал, сейчас улечу нафиг с этой лестницы. Какой пейзаж. И маяк. Красота неописуемая.
Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы, когда внизу были и видели... Хотя нет, мы реально в небесах где-то летаем. Луна даже есть. Мне вначале показалось, что там, где стекла были, мы вниз смотрели на Землю. Это мы смотрели вот на вот это вот все. Там тоже, по-моему, маяк был. Только вид сверху. Короче, мозги немножечко запутались. Миша, а можно тебя отсюда просто скинуть вот так вот? У-у-у, полетел. О, ты тут? Классно. Ну, давай тогда вместе полетим. На шею мне прыгнул, чтобы я его больше не скидывал. Бутылочка, бутылочка. Не разбилась, хорошо. Ну что, давай по лесенке сейчас тут спустимся. Опля. Медведь упал. Сплющился. Чтобы присесть, удерживайте. О, я могу и так делать? О, как ассасин. Assassin's Creed. Давай заезжай туда. Снова в мрачные какие-то тоннели попали. В погреб. В погреб старого деда или старушки. Так, вот это можно подвинуть. Можно вообще скинуть. А, нет, мы это не скинем. Миш, иди-ка сюда. Там на рубильник надо нажать. Я-то туда точно не долечу. Нажимай. Угу. Угу. А можешь еще раз нажать? Потому что нам явно тут нужен ящик. Надо его забрать отсюда. Эй! Эй! Да елки по... Ладно, обойти попробую. Надо было сразу обойти. Михалыч, давай. Жми. Сразу было понятно, вот по полу, видишь, таскали этот ящик уже ранее. Кто-то до нас. Бля. Медведь-то звуки издает, ничего себе. Я думал, он вообще бесшумный. Это пацан, значит, не умеет ничего. Не пердит, не сопит. Вот даже сейчас упал, он бы пахныкал, поныл немножечко бы. Там веревка, я сейчас эту веревку попробую. Ага. Поезд. Давай, пацан, с разными носками. Знакомый вагончик. Давай-ка мы его попробуем прицепить. Я не знаю, получится это или нет. Получилось. Поезд как-то странно едет, вагон нантляет в разные стороны. Я так полагаю, нам по лестнице и наверх. Миш, хватит грузить мою шею. Горбатым будешь потом. Надо было Михаила кинуть. О-о-о. Миш, пойдем, для тебя есть работенка. Работенка. Сейчас опять полетишь. Ты же любишь летать, да? Иди сюда. Лесенку опусти, пожалуйста. А то я не допрыгну. Ты уже видел то, что было в прошлый раз. Опля. Спасибо. Я без тебя здесь пропал однозначно. Так, так, так. Мы снова в замке. Мне нравится, как мы из погреба, из каких-то чуланов выбираемся в замки, в такие красивые, огромные... Нифига себе, рыцарь. Огромные помещения. Кстати, смотри на его ногу. Эта жижа злыдней тоже его поглощает. Цветочки. Приятно. Приятно, что тут что-то растет. Слышу звук канатов, на которых что-то свисает. Так, по лестнице можем тут подняться, но зачем? Зачем нам сюда полезть? А вот и звук канатов откуда. Тут, короче, зеркало висит на канатах и ящик. Все ясно. Михаил, ты где? Миш, Миша! Ты что, в дырку куда-то залез вот сюда? Миш!
Ёлки. А, вон оно что. Все, я понял. Миша, значит, дырку залез, а я вот так вот, вот таким вот методом буду сейчас. Бежу. Бежу. Потом прыгаем сюда. Там вот, смотри, что-то есть. Можно тащить, крутить. А что-то и не тащится, и не крутится. А что-то я сомневаюсь, что я наверх-то затолкаю. Это я затолкал наверх. Ну, допустим. Допустим, это так. А мне теперь, наверное, сюда. Ага. Красные трубы. Обожаю красные трубы. Они выделяются, и сразу понятно, что с ними надо взаимодействовать. А наверх сможет забраться? Нет, не сможет. Берлевич куда-то пропал. Берлевич. Давай прыгать дальше. Фух. Ты видел, книга как улетела? Нога застряла. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то прям не... Давай, вылази отсюда, вылази скорее, нас зашибет! Бежим! Нога! Нет, все обошлось! Я мчу, что есть мочи! Батюшки! Спаси и сохрани! Спасите меня! Ай-я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 й! Допрыгнул! Нет, упал! Жесть! Что началось-то? Бестия какая-то! Меня хочет загубить! Медленно, очень медленно. Сейчас пришибет нафиг! Нет, не пришибло. Так, давай отсюда и вон туда прыгаем. Ну уже быстрее. Опля! Да! Раскачивайся! Ну ё-моё, раскачайся ты! Не раскачивается, прикинь. Все, я походу. Как дальше-то? Как дальше быть? Ладно, я спрыгиваю. Он просто не хотел раскачиваться на этой фигне. Я бы не допрыгнул. Значит, тут вот так вот делаем. Запрыгиваем. Потом на стол. Я прыгнул как в окоп. Меня, короче, немножко столбом прибило. Какие-то сложности пошли, слушай, не могу пройти. Тяжеловато как-то. Вроде бы все понятно, что делать нужно, но не все так просто. Вот, просто надо было спрыгнуть с нее и все, не раскачивайся. Ты хотел вазу поймать или... Она тебя чуть не зашибла по башке. По-моему, он хотел ее спасти, но не вышло. Эта ваза для нас что-то значила, по всей видимости. Пол! Нет! Злыдня поглотила рыцаря, и теперь он будет меня искать. Ага. Ну, красный огонек, это значит, он смотрит на нас. Мы вот сейчас вылазим. По-моему, такая миссия была даже в пацане с плащом желтым. Да, нас поймали, все. Да, похожая миссия была, только там не рыцарь был, а что-то другое, не помню уже. Где мальчик в желтом комбезе и дождевике бегал-то, тоже прятался от света. За всякими колоннами и прочее. Беги давай, беги. Вот тут стой. Стой, не ной. Бежим. Ты просто в столб влетел. Ну ты чё, пацанчик? У тебя рога, походу, на башке не просто так, да? Олененосец. Let's go. Давай, успеем, вот сюда, вот дальше еще даже сможем пробежать. Опа, хорошо, стоим. Так нечестно! А если он сейчас вот эту тоже уберет, за которой я прячусь?
пронесло. Меня пронесло. За столом, мне кажется, вообще нет смысла прятаться, да? Там видно. Просвечивает он стол. Давай, 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 беги, не останавливайся! Да запалили, там уже вон. Под... Причем, знаешь, вот пока... В смысле, а что? Он меня даже не схватил, а я проиграл. О, прикол. По идее, там пока этот рыцарь думает что-то, свои думки какие-то, да, можно было сбежать от него. Блин. Я тороплюсь, короче. Слушай, да. Вот эти две стелы, которые стоит, он их может поднимать. Они физически, видишь, воздействуют на него. Значит, он может и вторую тоже убрать. Это рандомная всякая шняга, видимо. Сейчас, я тут постою. Но он все равно эту дергает только. Хорошо. Бежим. Летигеу, летигеу. Ну, я спрятался. Теперь дальше. Дальше, 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 дальше. Не спотыкайся. Ты че, елки-палки? Вот тут вот постоим. Ну вот. Но есть веревка, мы сейчас на веревку. Красавчик! Вот это я понимаю паркур. Куда мы катимся вообще? И укатились мы куда-то на дно опять. Так долго поднимались. Миша бежит. Откуда ты вообще вышел? Михаил, где ты был, когда так нужен был? У меня стресс, у меня нервишки вообще. Обнимашки меня успокаивают. Короче, я понял, для чего здесь медведь. Медведь для того, чтобы нас успокаивать. То мы можем сойти с ума. Мы, в принципе, и так сходим с ума, но пока держимся. Какое забавное, интересное место. Охотничий домик, по всей видимости. Нам обязательно сюда заходить было? А чё, за что меня уменьшили? Я не хочу быть маленьким. Ну и чё это за дела? Почему я теперь... И Миша тоже уменьшился, да? Я почему-то думал, что я буду сейчас как Михаил Берлевич. Но Миша тоже, значит, попал под воздействие магии. Смотри, ящик этот двигали. Мрачная музыка нагнетающая. Я тоже могу дергать. Дергать, дергать, дергать. Ящики эти. Что-то здесь нужно сделать. Вазу взять? Да нет. О, рыцарь стоит. Миниатюра рыцаря, слушай. Давай на него прыгнем. Надеюсь, что он никак не активируется и все тому подобное. Не будет нас ловить, по крайней мере, тут. Знаешь, что я заметил? Я заметил, что вот тут не хватает одного оленя. Рогатого, короче. Какого-то рогатого здесь не хватает. Что-то с рогами делать нужно. Ага, вон оно что. Вон оно чего. Ага. Ну давай вот этого еще тоже дернем ради интереса. Посмотрим, что нам это даст. Рогач можно? Можно я? Опаньки. Потайной ход. Миша, может тут... Миша, иди что... Там что-то можно сделать, иди что-нибудь сделай. Скорее всего, нам надо где-то бошку найти, что ли. Ну да, Миша меня послал, говорит, что я там буду делать, там ничего нет. Пойдем-ка сюда. О, я больше снова стал. Или просто... А тут меньше становлюсь. Ну ладно, допустим. Я тут где-то видел... Вот, мы можем ее взять? Миша, ну-ка, иди-ка сюда. Вон того оленя хватай. Может быть, ее толкнуть, не знаю. О, о, падай, падай, падай. Хорош. Все, Миша, берем. Эй, берись давай.
Да елки-палки, возьми нормально, ты чё? Все, погнали. Пацан с рогами несет оленя. Нормально. Рогоносец прямо. Теперь сейчас прикрепим туда все это дело, и будет нам хорошо. Вот. Так, значит, Миш, ты давай держи вот эту бошку, а я пошел туда. Ага. Не работает что-то. Куда ты побежал-то, Миша? Миша, елки-палки. Палки-елки. Иди, жмакай. Книжками еще кидает. Психует что-то. Так, и что дальше? Я могу отпустить? Я могу отпустить. По всей видимости, нам нужно теперь дальше дергать. Так, хорошо. Я сейчас вот эту дерну, потом того, который над камином. Блин, нет, не так. Комбинация не сошлась. Окей, Миша, слезай. Комбинация не сошлась. Сейчас попробуем, значит, по-другому. Попробуем по-другому. Один. Миша, иди туда. Миш, слезай с книг, ну елки-палки. Что такой долгий-то? Обязательно вообще за мной бегать? Ага. Ну и все, ты последняя стала. Нет, да, предпоследняя. Есть. А Мише надо бы... Так, я понял. Сейчас. Миша же не сможет без ящика, поэтому мы по-другому сейчас сделаем. Миш, виси пока, виси, сколько есть сил. Сможем так? О, кажись, сможем. Отлично. Так, и теперь Миша сюда. Вперед, Михалыч. Я верю в тебя. Красавчик. Бежим. Смотри, что в этой тайной библиотеке. Сейф. Ух ты. Можно его открыть? Сейф будем открывать, взломывать? Нас вообще, походу, не интересует сейф. Вдруг там сокровища, слитки золота лежали. Но мы же рогоносцы, мы же это... Олененьки. Олененьки. Вареники. Прыгай ко мне. Я думаю, что на этом мы остановимся. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть наши приключения с Михаилом Бирличевым, то ставь лайк и подписывайся, и тогда мы вновь увидимся в новом ролике. До встречи!